Всем привет! И мы в очередной раз, третья часть, так сказать, начинаем проходить обратно. Что происходит, значит? Что происходит? Что происходит? Ёпарный театр! Обернись! Мы обойдем эту грязь! Ты чего все происходит нахер? Надвигается ураган! Тебе не спрятаться! Будь остановить! Мне вот это надо было задвинуть. Надвигается ураган! А почему не толкается? Стопы, стопы, вот так надо сделать, вот. Беги. Они там, походу, переиграли на тебя по-любому. Ёп! ГГ. Ну это ГГ. Ну а... Я не знаю, что делать, алло. Прыжок. И разгоняемся. Хорош. Допрыгнул. Хорош. Залезай в подъемник, если хочешь жить. А как залазить, алло? А как? Все, хорош. Пошли в жопу. Фух. Это что? Правильный выбор, дружище. Опа, чё? Вот это нихера себе. Эй, ну это триггер, окей. О, это я, когда надо вставать на работу, ребят. Все равно ни к чему бы. А чё, звуки поменялись, ребят? Говнарник. Сука. Я понимаю, в чём. Ты топ, здоровья тебе и семье. Ой, блядь, кто это сделал настолько таймингово? Ой, блядь. Блядь. Вы видели это? А он слепой или тупой? Да. Блять, он тупой, нахуй. Эту ногу. Так она закрыта, алло. Я придумал. Да блять. Ну, открывайся. Блять, я тебя, сука, в жизни нашел, блять. Сука, так бы уебал тебя, блять. Чему ты ебаная, блять? Я придумал как. Стой, дружище. Блять. Я иду к тебе. Он дверь открыл. Потом вот уже. В это окошко, вот он ключ. Сейчас появляется здесь членикс. Вот он членикс. Я прыгну сюда. Потом куда? В эту же дверь. Подожди, стой, когда он. Что ты делаешь? Куда идешь? Я в туалет пошел. Я посикать что захотел. Я посикать захотел, Антон. Куда сейчас идти? Захожу в лифт. Пошел нахуй. Пошел ты в жопу, козел. Пошел ты в жопу! А меня бьют опять, это нормально, да? Антон, меня опять бьют. Нормально. Сейчас сохранение будет или нет? Ой, тут поросенок пишет, Влад. Да, вот он. Давай, кто кого? Давай. Здесь нужно вставочку сделать, как с Дикого Запада. Я такой с револьверами стою. Давай, кто кого. Давай. Давай превьюшку такой сделать. Давай. Вот фоткай меня, я с пистолетами стою. Давай. Ты думаешь, ты меня? Сейчас я тебя. Давай. Как там этот, озвучка одноликая есть. А, засал. Думаешь, ты меня трахнешь, я тебе сам трахну. Иди сюда, говно собачье. Думал, ты ко мне лезть, ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. О, все, походу меня трахнул. Ничего себе, у меня жахнуто. Мне аж даже понравилось отчасти чуть-чуть, да. Да, туда. Каток ставь по-любому.
Камера брат. Скотина ты такая. Зачем на паузу поставил? Это я клавиатуру вышвырнул. Ой, скотина ты такая. Тебе надо было это сейчас сделать, а? Я только отвык пройти от этих вещей. А прикинь, если бы донат бы вообще был бы. У меня сохранения не было еще, да? Спектр. Вот и его, там еще есть этот человечек. Ну, чаще спектр, да. Киллер. Это чего? Я сам хотел назад убегать, алло. Я хотел со стула слезть, он на меня шел. Я хотел уйти нахер отсюда. Ой, блин. Да, если бы скримера закинули, вообще в жесть была. Антон только про это что и сказал. Ты красивый. Сука. Ты красивый. Блядь. Ты красивый. Да. Ёпарасоты, блин. Ёпсель-мупсель. Хуй тебе, не камера. Или не так работает? О, ребят, ну вообще не буду проходить. Да? Это что за херня? Это что такое? Это что за Вальдемар? А что мне с ним делать надо? Конечно, сейчас будет овер сложно. А что еще может быть сложнее? Писюн большой. Антоня припиздучи. Новая цель, уходите. Мне нужен выход, да? А что я не бегу? Ребята, почему я не бегу? Теперь ты Вальдемар? То есть я сейчас Вальдемар? Ну я так понимаю, я правильно иду. Опа, чё, нихера себе. А это кто такие? Меня выставил без арты, я ухожу. А почему мы убили-то? Они меня что, за Вальдемара приняли, что ли? Ну, честно, мне игра понравилась. То есть, сделано максимально все атмосферно. Максимально. То есть... Максимально неожиданные скримеры. Вот это все. Ну, годно.